халам, баща, баща. Здравствуйте. Сегодня будет исполняться две авторские песни, не мои, но они из Башкортостана, села Красноусольский. Валерий, 425. Не дремлют враги и нам не дают, и мир без конца сотрясают. Горячие точки везде создают, в которых людей убивают. Но сколько вам можно гореть и гореть? Куда ж ты уже насытишься смерть? И хватит слезам превращаться в моря. Горячие точки, проклинаю вас я. Горячие точки, проклинаю вас. Мечтаем мы с вами расстаться быстрей, вернуться домой и расти сыновей. Но вражьи умы все кипят и кипят, и новые точки горят и горят. Как хочется мира и тишины, как весь шар земной устал от войны. И нам остается лишь Бога просить, чтоб детям без бой этот мир подари, чтоб детям без войн этот мир подари. Объявить тоже нет. Я песню записываю. Сейчас, секунду. Часто мне он попозирует. А. Потихоньку. Держишь? Это видео идет. Да. А, не понял, не понял. Горячие точки, придет вам конец, произойдет размягчение сердец, и верю, придет просветление в умы. Горячие точки, исчезнете вы. Ты переживала, прекрасно все получилось. Ну, да, я все время говорю, сколько лет пою, столько и переживаю. Без этого никак. Заснял, я сделаю ролики на твои песни. Ой, спасибо большое. Заснял тебя, кто вокруг сидел, все. Не гоже сыну мать срамить. Мать нужна. В Одноклассниках. И пусть Геннадий Брусенский. Геннадий Брусенский. Ее, да. Ее ты сможешь защитить, хорошо, коли научишься любить. Всего, всего доброго. И станешь горд своей страной. До встречи на земле. Как вот я включил, потихонечку, держи. Все, вижу, над каждым вижу, из них, вижу, как вижу, могла, вижу. Издевалась. Сколько жен не дождались любимых мужей, сколько мам потеряли в войне той детей, сколько юных ребят не создали свою семью. Им пришлось жизнь отдать за отчизну свою. Сколько юных людей потеряли любовь и уже никогда не нашли ее вновь.
так и жили всю жизнь, другу верность храня. Одиночество крест возложив на себя. Сколько судеб разрушенных этой войной пронеслось сквозь года, нас коснувшись с тобой. И живет до сих пор она в наших сердцах, приходя, как кошмар, с многим людям во снах. Я поставлю свечу за погибших людей, помяну, как смогу их, в душе грешной своей. Посижу под березкой и под шелест листвы, попрошу я у Бога. Молодец, умница. А вторую свечой я живых помяну, в пояс им поклонюсь и спасибо скажу. Подвиг всех той войне не имеет цены, и дай Бог никогда нам не видит войны. Эх, война, что же сделала ты? До сих пор пожинаем твою. Не, мигает. А что это значит?